Дежурная часть отдела полиции номер 3 поступила сообщение о том, что неизвестный мужчина, пытаясь отобрать сумку у женщины, нанес ей ножевое ранение. На место незамедлительно была отправлена следственно-оперативная группа. Очевидцами происшествия стали двое мужчин, которые задержали подозреваемого и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Злоумышленником оказался 38-летний, ранее неоднократно судимый, красноярец. Похищенное имущество было возвращено владелице. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». По указанию начальника межмуниципального управления МВД России Красноярска за проявленную гражданскую позицию и помощь в поимке злоумышленника мужчины будут награждены почетными грамотами. Вы ранее судимы? Да. По поводу чего вы доставлены в отдел полиции? Нанес женщине увечья. Этого делать не хотел. Хотел просто срезать сумку. Почему применили нож? Обрезать хотел лямку сумки. Почему нанесли повреждения на лице? Я этого не помню вообще. Нужное время, в нужном месте оказались два неравнодушных человека, которые не просто не прошли мимо, а отреагировали, задержали данное лицо и удерживали данное лицо до приезда полиции. Да, это было несколько минут, но, я еще раз говорю, совершили подвиг. На самом деле подвиг. Большое вам спасибо. Тайдонову Артему Владимировичу. Спасибо за службу. За ваше неравнодушие, за вашу активную гражданскую позицию и вручить вам небольшие памятные подарки. Слышали крик, все повернулись. Через дорогу увидели, что мужчина пытается отнять. Ну и все, тут как-то машинально. То есть даже не задумываясь. Получается, сразу да? Побежали. Угу. Сразу же. Даже не думал. Как он себя вел? Оказывается, агрессивно, да. Агрессивно. Пытался сопротивляться, но у него не получилось. Он пытался скрыться. Догнали его, положили на землю, не давали вставать до приезда милиции. Пока за ним бежали, он кинул нас ножом. Потом этот нож подобрали, естественно, аккуратно. Положили, ждали полиции, приезда полиции.